Ну что, ребятки, начинается вторая часть нашего сегодняшнего путешествия. Вот троллейбус меня он высадил. Вот тут. И мы идем в сторону Симферопольского водохранилища. Там, где будет проходить день рождения моего корефана. Так что мы пока движем. Я не знаю куда, но куда-то мы явно двигаемся. Потому что я с ним созвонился, он сказал, вот напротив ресторана дорога, короче, идет. Вот мы по этой дороге идем. Ну, идем, будем искать, где он там, что происходит. Вот так все это дело выглядит. Ну, водичку уже видно. Так, ну, наверное, нам вот туда, где машины стоят. Сейчас мы свернем сюда, посмотрим. Вот видите, вот, чистота какая. Прям караул. Так, ну я так подозреваю, что куда-то вот туда нам надо. Я вам точно сказать не могу. Но, по-моему, куда-то сюда. Да, я вижу знакомые мне лица. Вроде бы. Нет. Вроде нет. Вроде нет. Ну, короче, куда-то идем. Куда идем, не знаю, но куда-то движемся. Сказал идти вдоль берега и говорит, ты меня увидишь. Ну, идем вдоль берега, может, увидим его. Я, блин, все нацепил, все, что у меня было, одел пайку сверху, футболку. Потому что в Симферополе, оказывается, намного холоднее, чем в Алуште. Я просто высматриваю, знаете, как отвлекаюсь. Высматриваю, что где. Но есть подозрение, что вот там где-то. Ладно, идем. Там-тарадам, там-тарадам. Куча дома, походу, не один отдыхает. Куча народу везде. Там он что-то народ бухает толпой. Там народ что-то тоже бухает, походу. Ну, короче, идем, ищем. Да, ребят, походу, я нашел где это. Вот там, вот на лодочной станции. Вот тут лодочная станция. Ну, вот это, в принципе, само Симферопольское водохранилище. Что-то обмельчало оно как. Видать, давно дождей не было. О, я вам ручкой масло тоже. Так что сейчас, короче, добираемся. Потриндим. Посидим часик. Да будем отваливать домой, чтобы успеть все это сегодня смонтировать и выложить до вечера, чтобы вы сегодня посмотрели. А не, блин, послезавтра. Все, сейчас идем. Ну так вот, короче, тут, походу, все, короче, шашлыки жарят. Беседки, все дела. Сейчас мы доберемся. Вот эта рожа. А вот его жена идет, смотрите. Вот она, вот она. Она меня выглядывает с другой стороны. А я по берегу пришел. А что, по дороге нет? Ну, я вам не сказал, вдоль берега иди. Я так вот вдоль берега и пошел. Так, сейчас мы поздороваемся. Это интернет? Это YouTube. YouTube. Да, ее зовут Оля, это Димина жена. Так что. Где-то так. Дима вон там никак от шашлыка оторваться не может. Ребята, а это его сестра пришла. А это кто? Привет. Скажи, как тебя зовут? Как? Катя. Молодец. А меня Саша. Тоже Шаша, да? Что не рожа, то Шаша. Светик, а ты уже женилась? Ну, замуж вышла? Вот. Когда? 1 октября. Ага. Так сложились обстоятельства. Ну, я вас поздравляю. Молодцы, ребят. Скажешь, ты чувствуешь? Не, ну, что? Чувствую. Главное, чтобы все получилось. В общем, ребятки, здесь вообще здорово. Там
ну блин, тут хреново видно, грязный пляж только видно. А вообще, когда-то здесь, в СССР, здесь был пляж песчаный полностью, давали лодки на прокат. Ну, нет, тогда это было вообще так, ну, цивилизованно, и весь Симферополь выезжал сюда на выходные. Как раз примерно, ну, насколько я знаю, как раз примерно где-то вот здесь. Потому что я стрём, часочек даже остался. Короче, ребятки, будем отдыхать здесь, посидим, вот я часик побуду. Как это? Нет, так не выйдет. Видите, вот это началось, вот ты меня не выкладывай. Я не выкладываю уже всякие какие-то гадости. Вот если он разденется голый, короче, побежит в воду, я не буду это выкладывать. У тебя, короче, все наоборот. Если разденусь голый и побегу в воду, то выкладывай. Не, ребят, я выложу, но он у нас... Не. Он просит, но я вам честно скажу, я все равно это выложу, потому что у меня это все будет в одном длинном видео. С Алуштой вместе. Тем более... Чего ты стесняешься-то, я не могу понять. О, через ворота. О. Жену забери. У нас еще люди подтягиваются. Тут вот стол. У нас такой себе стол. Можно попросить? Куча, короче, всего. Но это еще не все. Салаты все. Салаты, малаты, я понял. Не надо тут снимать, что у нас тут пусто. Вон, 8 килограмм. Вот, да, видите, вот этот жбан. Этот жбан, я вам открою, покажу уже в этом жбане. Это все, этот жбан полный шашлыков. Так что, ребят, здесь, короче, караул. Вот видите. Вот так, выиграли. Ну, за участие. Захотелось мне. Ну что, клево, здесь из него можно всякие штуки лепить прикольные. Можно все лепить. Так, ну ладно, ребят, у нас новые гости подтягиваются. Я пойду. Да, ребят, вот такая вот тут, как это сказать, деревня, не деревня, ну, короче, здесь здорово, куча людей отдыхает, все это вот так на берегу. Все на берегу мы тоже тут сидим, ну, видите, куча людей, все отдыхают, огороженная территория, даже там, если кому надо, лодки дают на прокат, там все, всякое, короче, есть. Видите, вот такие беседочки вот такие стоят. То есть мы сидим вот там вот, ну, вот там внизу, за вот этой большой беседкой. Большая беседка с большим столом. Все как бы есть. Видите, территория огорожена, никто не заезжает на машинах сюда. Вот такие. Вот такие вот стоят здесь, короче. Всякие фигуры. Ну, мы сидим вот здесь, вот видите, вот. Это наши, короче, мы вот здесь сидим, отдыхаем. То есть, ну, как-то вот так. Вот тут шашлычок у нас жарится. Как-то вот так. Димасика поздравили. Заехали, зашли. Я даже не знаю, как это назвать. Сначала ехали, потом долго шли пешком. Заехали, зашли, поздравили. Так что... Теперь можно с чистой совестью отваливать домой, чтобы, ну, и им здесь не мешать. Моя рожа огромная, чтобы им тут не мешало. Поеду сейчас домой. Ну что, ребят, зашли, поздравили человека с днем рождения. Человек рад. Я тоже рад, что зашел, что, ну, получилось так. Вся вот эта вот... Ну, тут так не особо видно. Ну, короче, лодочная станция. Здесь вот кусок водохранилища. Там за углом еще кусок водохранилища. Как бы вот так зашли. Отлично, поздравили человека. Человек доволен. Все довольны. Все, ребят. Давайте на этом будем... Ну, наверное, да. На этом будем прощаться. Добираюсь домой. Сейчас вот сяду на маршрутку, которая там в сторону дома едет. Доеду до дома и начну монтировать это для вас, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все!